На конкурс «Дети читают стихи». Меня зовут Контузорова Валерия. Я ученица 3 А-класса школы номер 107 города Перми. Я выбрала стихотворение Натальи Разбитновой, потому что у нее ее творчество очень интересное, забавное и нежное. Наталья Разбитнова «Вечерний свет». Если грустно, тяжело на сердце, я по вечерам торшер включаю, как когда-то в очень раннем детстве, на руках у мамы засыпая. Под поникшим старым абажуром мотылек волшебной птицы кружит, паутинка кажется ажуром уникальных вологодских кружев. И в одно прекрасное мгновенье грусть и боль куда-то исчезают, и воспоминаний добрых тени надо мною тихо проплывают. Стебелек сухой в стеклянной рамке станет вдруг фиалкою душистой, а в углу свернется белый ангел, прикрывая нас крылом пушистым. Убаюканная теплым светом, отложу наскучившую книжку и усну под бабушкиным пледом, обнимая плюшевого мишку. Ну, все нормально.